Видите, какие вот затягиваем узелки, уже докупили. Уже и такие цвета. Вот, видите. В общем, тут целый процесс идет. Смотрите, сколько уже наплели. Это для ребеночка, такая маленькая. Вот это вот уже на взрослого, такая большая. Это из вот таких вот лент. Уже крупных, из крупных лент. Это вот из меньше. Такие желтенькие, вот сколько уже дочь наплела. Ей нравится, она успокаивает ребенка. Вот, сидит себе, спокойно плетет. Видите, метод очень простой. Влаживаем петельку и в петельку следующую. То есть петелечка в петелечку. А следующую петелечку затягиваем. Теперь берем эту петелечку, вкладываем петелечку, и теперь эту петелечку затягиваем. И все. И идет процесс, как я не знаю, легче. Спокойно. Это как вот вязание раньше было. Успокаивает. Сейчас это вот такое. Кто хочет себе заказать вот таких вот много, да, мы их заказываем на сайте. Там они вообще дешево. Вот, поэтому ссылочку мы оставим под видео. Пожалуйста, заказывайте. И плетите на здоровье, и радуйтесь, и будьте счастливы.